В губернаторском колледже растят хороших специалистов. Это подтверждают многочисленные победы студентов на конкурсах профессионального мастерства по различным специальностям. На днях из Оренбурга домой вернулась Валерия Губова, которая получает образование документоведа-архивоведа. Она представляла Саратовскую область на всероссийском конкурсе «Профессионалы» и стала лучшей среди участников из регионов Приволжского федерального округа, а в финале конкурса вошла в десятку сильнейших. Сложности лично для меня сильно не возникло, так как я в целом знаю аспект своей профессии, но волнение некое, все-таки я поехала защищать целую область. Было некоторое волнение в одном из модулей, но я его переборола. Всероссийские состязания проходили в течение 2 дней, и участникам конкурса надо было выполнить задание в 4 модулях по работе секретаря, архивариуса, документоведа. Ребята делали работу, которую выполняют специалисты в организациях. Организовать документооборот, зарегистрировать входящие и исходящие письма, внутренние, сделать какие-то либо приказы по поручению директора. На следующий день был модуль В, это было секретарское обслуживание. Задача состояла в том, что нужно было сделать презентацию по поручению директора, по планированию и оборудованию приемной после ремонта и выступить своими предложениями и идеями. Сейчас Валерия лучшая студентка на курсе, и сложно поверить, что свое призвание она нашла случайно. Я после 9-го не знала совершенно, куда идти, и пошла в 10-й класс. После 10-го я поняла, что я не знаю, что мне делать дальше, и начала разбираться в себе, что вообще мне ближе. И я поняла, что у меня есть усидчивость, у меня есть внимательность, и выбор пал на эту профессию. Сейчас будущую профессию выбирают сотни балаковских 9-классников. Приемная кампания в колледжах и техникумах в самом разгаре. Кто-то, как когда-то и Валерия Губова, не может понять, кем хочет стать. Героиня нашего сюжета дает один совет. Прислушайтесь к себе, отметьте свои сильные стороны. Это поможет определиться с выбором специальности и стать настоящим профессионалом. А опытные наставники колледжа в этом помогут.